За поддержку универсиады жители Чувашии поблагодарил президент Татарстана. Рустам Миннинханов прислал письмо на имя главы республики Михаила Игнатьева. В нем, в частности, говорится: волонтеры вашего региона были отмечены как одни из самых мотивированных, организованных и трудолюбивых добровольцев. Они создали неповторимую атмосферу гостеприимства российской земли, которая останется в памяти участников и гостей игр на всю жизнь. Напомню, что 27-я Всемирная летняя универсиада проходила в Казани в июле. Соревнования назвали крупнейшим за всю историю проведения всемирных студенческих игр. Более 11 700 спортсменов из 160 стран, а еще свыше 150 тысяч гостей и туристов. Посильную помощь в работе со всеми оказали и волонтеры из Чувашии.